Русский язык – богатство и гордость нашего народа. Он по праву считается одним из самых певучих и многогранных языков земного шара. Однако сегодня наша страна сталкивается с проблемой сохранения русского языка, и очень важно с самого раннего возраста сформировать бережное отношение к речи. Понимая это, воспитатели детского сада «Ласточка» проводят для своих воспитанников литературные праздники. Читательский опыт закладывается в детстве, поэтому важно развивать интерес к слушанию и чтению литературных произведений, начиная с раннего возраста. Семейным командам были предложены несколько разнообразных заданий. Взрослые совместно со своими детьми с большим удовольствием участвовали в конкурсах, которые не только развивали интерес к русскому языку, но и обогащали словарный запас, способствовали развитию памяти, логического мышления, наблюдательности. Хочу выразить огромную благодарность организаторам этого праздника. Это был замечательный праздник. И такие подобные мероприятия создают положительную эмоциональную атмосферу общения детей с их близкими людьми. Это и друзья, и их родители. Способствуют развитию у детей интереса к книге, делают чтение интересным для детей. После окончания мероприятия жюри, подсчитав очки в разных номинациях, вручили лучшим семьям грамоты и подарки. Виталий Волков, Григорий Шилин, Александр Ерофеев, Ясна ТВ.